Это система такая у нас. Я вообще обалдел, я думаю, родная дочь, какое опекунство. То есть пенсии не уплачивают, если я не имею права получать 18 лет, она должна сама получать, недееспособная. А это доказать надо. То есть первый суд назначает психиатрическую экспертизу, везем на Кузнецова 2 в Челябинск, возил сам, даже машину не дали. Потом, значит, второй суд назначен, они отправили туда бумаги. Ну, удивительно быстро, обычно по месяцу, а то и по три ждут назначения экспертизы. А мы на втором, ну, через две недели нам позвонили, удивительно вообще. То есть бесплатно, если платно, то быстрее, конечно, спокойно. Вот. Потом назначали второй суд, когда бумаги пришли с психушки оттуда. Вот. Мне пришлось ее везти в суд еще. Ну ладно, хоть с машины не выносило, не вышли, все посмотрели. Ну, смешно, конечно, с одной стороны. Вышли прокурорша молоденькая девочка, там старший лейтенант. Девочка, как тебя зовут? Я говорю, что ты здесь Ваньку валяешь? Я говорю, ты что, там же написано Гуганимая. Меня адвокатша дергает. Молчи, я говорю, да вот, достали уже. Ну что, 12 тысяч сам на себя суд подал, 12 тысяч просудил. Вот. Потом пошел опекунский совет. Пока там все эти. Но это еще не конец. То есть мне сейчас надо медицинскую комиссию пройти. Сейчас жду справку о наличии отсутствия судимости. Я в Чечню ездил, столько не писал. Автобиография на 6 листах, вот с двух сторон. Вот. То есть, где родился, где крестился, где родители захоронены и прочее, там вообще караул. Значит, получается как, 13 800 пенсии ее, вот. 6,5, если бы я был чужим человеком, мне бы 1380 платили. А я как отец, ну или там, если бы мама была, 6,5, то есть как в детстве было, с меня не сняли. Я боялся, что вот понизят до 1300, чтобы мне оставили вот эту сумму. И 2000 моих вот этих. Угу. Вот 11 тысяч уходит на ипотеку, 6 тысяч за квартиру. Ну там плюс-минус плавает немножко. Там электричество надо как. Если обогреватель погонял, уже побольше. Вот. Ну и остальное на проживание.